Одна из самых объемных строительных программ в Татарстане – возведение соципотечных домов. Всего их в этом году строится 116. В высокой степени готовности – 79 объектов. 17 домов возводят по программе строительства арендного жилья. Кроме жилых домов, в Татарстане строится 31 сельский клуб и 42 фельдшерско-акушерских пункта. При таких объемах строительства инспекция Госстройнадзора и Госинспекция по труду провели более 1000 проверок строительных площадок. Нарушения охраны труда выявляются почти ежедневно. Мы в этом году по количеству несчастных случаев со снижением идем, но каждая контрольная проверка показывает, что предпосылки для того и нарушения техники безопасности, значит, выявляются при проверках. Битва за урожай. Так без лишнего пафоса можно окрестить ход уборочной кампании в республике. Дни стоят погожи, но все понимают, их может оказаться слишком мало. Между тем, на сегодняшний день в республике убрано только 40% полей. Последние дни стабильно убираем свыше 180 тысяч тонн зерна. Конечно, такие темпы нам предстоящие дни надо и сохранить. На текущее время в закрома республики поступило 2 миллиона 150 тысяч тонн зерна. При этом высокая урожайность пока сохраняется 36,6, плюсом 9 центнеров на гектар к прошлому году. В некоторых районах Татарстана ситуация близка к критической. Озимы и ячмень уже перезрели на площади примерно в 300 тысяч гектаров. Чтобы избежать потерь, необходимо работать по-стахановски. Особенно это актуально для Бугульминского, Пестричинского, Верхнеуслонского, Бавлинского и Камско-Устинского районов республики. Надо мобилизовать все ресурсы. Погода, она то, что сегодня, постоянно такой не будет. Я с Эриком полностью согласен с Маратом Гутовичем, надо каждую минуту эффективно использовать. Сергей Шерстнев, Роман Фенин, телеканал «Эфир».